Во дворце спорта «Триумф» прошел открытый кубок городского округа Люберцы по самбо. В нем приняли участие спортсмены, которые только начинают свой соревновательный путь, девушки и юноши от 11 до 14 лет. За выступлениями юных самбистов наблюдала Луиза Егиазарян. На спортивном параде 133 самбиста из Москвы, Твери и различных городов Подмосковья. Участие в соревнованиях, которые впервые включены в календарь детско-юношеской лиги самбо, важно для каждого из них. Для спортсменов из Люберец эти соревнования важны вдвойне, так как они отборочные. От исхода серии таких турниров зависит состав сборной команды городского округа на 2024 год. В каждой весовой категории наши спортсмены, которые займут призовые места, будут рассматриваться в качестве кандидатов в сборную команду городского округа Люберцы. Потом у нас будет еще два старта ответственных. И уже после этого весной мы приступим к официальным стартам, отбор территориальным первенством Московской области и непосредственно финал Московской области. Я занял третье место на Центральном федеральном округе среди 10 областей. И недавно занял третье место в Реутове. У меня еще очень много разных спортивных медалей в разных городах. Конечно, я хотела бы попасть в сборную этого округа. Поотрабатывали, немножко поборолись, выучили некоторые новые приемы. Вот и все, я готов. На соревнованиях по самбо разыграли 25 комплектов медалей. В каждой весовой категории определили первые, вторые и третьи места. На счету люберецких спортсменов по 11 золотых и серебряных медалей, а также 22 бронзы. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.